Рада приветствовать вас, друзья, на моем канале. Сегодня мы будем с вами вязать салфетку. Я выбрала схему. Салфетку я буду вязать. Итак, если вы хотите, чтобы отверстия не было в салфетке, то не делаем, не замыкаем наш круг. Если хотите, чтобы было отверстие в салфетке, да, такое оно будет сантиметр примерно, пол сантиметра, то замыкаем наше кольцо из 8 воздушных петель и дальше набираем в это кольцо 24 столбика с накидом. Набираю в кольцо амигуруми 8 петель, 8 столбиков без накида. 1, 2, 3. Затягиваем наше колечко, затягиваем. Вот замыкаем кольцо соединительной петлей, вот так вот. И теперь делаем 3 петли подъема, 2 петли подъема и вяжем. Значит, если вы сделали косичку из воздушных петель, значит, вы вяжете в это кольцо. Если вы сделали так же, как я, то в каждую петлю мы вяжем по 3 столбика с одним накидом. Итак, один у нас есть, второй, третий, следующую петельку вот в эту, 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, следующую, 1, 2, 3, и так до конца нашего ряда. Итак, мы провязали с вами второй ряд, 24 столбика с одним накидом. Проверьте, чтобы у вас было 24 вот здесь вот. И теперь замыкаем наше вязание соединительной петлей в соседний столбик. Вот так вот у нас получилось. Дальше по схеме у нас, по схеме мы будем вязать вот этот вот ряд. Тоже 24 столбика с одним накидом. В каждую петельку сейчас, в каждый столбик сверху мы будем провязывать также один столбик с накидом. И между ними будем делать одну воздушную петлю. Итак, набираем 2 петли подъема. 1, 2. Одну воздушную петлю. Делаем накид и провязываем. Вот видите? Каждую вот из этих косичек мы сейчас будем провязывать по одному столбику с накидом. В этой мы провязали, в следующую. Так, накид. Провязали. Воздушная петля, накид. В следующую косичку. Воздушная петля. Таким образом мы вяжем весь наш ряд. Не забывайте про воздушную петлю. И встретимся в конце нашего с вами ряда. Вот так вот у нас получается. Итак, мы с вами закончили следующий ряд. Это у нас 1, 2, 3. 1, 2, 3. Третий ряд. Пересчитайте, чтобы у вас было 24 столбика с одним накидом и между ними одна воздушная петля. Вот я довязала последний мой столбик. И сейчас я делаю соединительную петельку, где мы делали петли подъема. Так вот, во второй, делаем эту петлю соединения. Вот так вот у нас получилось. Далее нам нужно будет связать вот эти веерочки. Этот элемент, он будет повторяться. Их будет 4 ряда. Но вот петелька, которая будет между этими
рядами, раз, два, три, четыре ряда, оно будет увеличиваться. Значит, в первом ряде через один элемент мы будем вязать веерок и так далее. Следующий ряд между ними будет одна воздушная петелька, потом будет 4, а потом будет 6. И каждая будет прикрепляться к последующему ряду. А сейчас мы вяжем 3 петли подъема. 3 петли подъема, и сразу же в первое в наше вот это окошечко, в эту рамочку мы будем вязать, мы вяжем первый наш веерок. Раз, два, три, накид, можно вязать промеж рамки, а можно вязать в саму петельку, вот, то есть, да, вот так косичку захватываем и вяжем, то есть кому как удобно, я буду захватывать именно косичку. Итак, мы вяжем петли подъема, накид в эту петельку. То есть вот в эту, в эти две мы провязываем столбик с одним накидом. Между двумя веерками одна воздушная петля и еще два столбика с одним накидом. Раз, два. Вот так вот у нас получилось. Вот видите? Теперь мы с вами пропускаем одно окошечко и вяжем следующее. То есть вот в эту петельку я буду вязать. Здесь провязали, пропускаем. Сюда мы провязываем в эту косичку. Накид сделали. Провязали. Еще один накид. Провязали, воздушная петля. Еще два столбика с одним накидом. Вот так вот у нас получается. Далее мы вяжем самостоятельно с вами. Встречаемся в конце нашего ряда. Надеюсь, у вас все получится. Мы с вами довязали до конца вот так вот нашего ряда. Вот у меня осталось сделать последнюю соединительную вот здесь петельку. И еще один ряд нашей салфетки готов. Далее мы вяжем такой же элемент. Также вот в эту арочку будем вязать промеж нее. Но между арочками у нас теперь будет одна воздушная петля. Вот по схеме у нас одна воздушная петля. Итак, сейчас мы с вами провяжем 2 соединительные петли. Вот так вот. Делаем петлю подъема 2. Делаем накид и в арку прямо провязываем накид. Делаем одну воздушную петлю. Точно так же провязываем 2 столбика с одним накидом. И чтобы переместиться в следующую арку, делаем одну воздушную петлю, делаем накид и прямо в саму арочку мы провязываем столбик с накидом. Еще столбик с накидом, воздушная петля и еще 2 столбика с накидом. Вот схема почти повторяется то, что было в предыдущем у нас ряду, но вяжем одну воздушную петлю между этими веерками. Еще разок. Столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом, воздушная петля. И еще 2 столбика с одним накидом. Так, повторяем до конца нашего ряда. Вот так у меня получается. Встречаемся в конце. Провязали этот ряд до конца. Вот у меня осталось сделать одну соединительную петельку. Делаем ее вот здесь вот.
и замкнули наше кольцо. Так вот у нас получается. Дальше вяжем с вами точно такой же элемент, но между вот этими арками у нас будет 2 воздушные петли. Здесь будет соединительный столбик или столбик без накида, 2 воздушные петли и следующая арка. Приступим. Вяжем 2 петли подъема. Раз. Воздушная петля. Вяжем арку привычным нам способом. Вот мы связали. Дальше вяжем 2 воздушные петли. 2 воздушные петли. Соединяем ее вот здесь вот столбиком без накида. Вот так. 2 воздушные петли. И вяжем привычный нам веер. 2 столбика с одним накидом. Воздушная петля. 2 столбика с одним накидом. Нитку эту я отрежу. Болтается, мешает. Вяжем 2 воздушные петли. Делаем столбик без накида. 2 воздушные петли. Привычный нам веер. 2 столбика с одним накидом. Воздушная петля и 2 столбика с одним накидом. То есть постоянно с этими накидами. 2 воздушные петли. Столбик без накида. 2 воздушные петли. И далее вяжем самостоятельно. Мы довязали с вами до конца нашего ряда. Делаем соединительную петельку. И еще один ряд нашей салфетки готов. Делается дальше. Вот такая вот она у нас уже получилась. Мы связали с вами из этих элементов раз ряд, два ряд, три ряд. Сейчас вяжем вот этот вот и переходим к следующему нашему ряду. Как я сказала, вот эти два ряда, вот этот и вот этот я пропускаю. Сейчас мы вяжем такой же элемент, как вязали, 2 столбика с одним накидом, воздушная петля, 2 столбика с одним накидом. Но мы будем вязать здесь 3 столбика, 3 соединительные петли, и вот в этом месте будем соединять. Дальше 3 воздушные петли и снова соединять. Вот. Итак, давайте. Раз. 2, 3, делаем накид и провязываем вот сюда посерединке. Столбик с одним накидом. Раз. Два. Одна воздушная петля. И еще 2 столбика с одним накидом. Раз. Два. Далее здесь мы делали по одной, по 2 воздушные петли. Сейчас мы будем делать по 3. Раз. Два. Три. Сюда делаем закрепку. Провязываем соединительной петлей. И снова 3. Раз, два, три. Накид и повтор. Накид. Раз, два. Воздушная петля. Снова накид. Раз, два. И снова повторяем 3 воздушные петли. Делаем закреп соединительной петлей. Снова 3 воздушные петли. Накид. И вот в это место вяжем
2 столбика с накидом, 1, 2, воздушная петля между ними, снова накид, 1, 2, и так мы делаем с вами повтор. Мы вяжем заключительную 4-й веерок, 1, 2, 3, 4, и после будем вязать в круговую. Увидимся в конце нашего ряда, вот здесь вот. Вяжем самостоятельно, я показала вам два элемента, как вязать. Далее самостоятельно. Итак, друзья, мы с вами провязали до конца нашего ряда. Теперь мы здесь довязываем еще 3 воздушные петли и замыкаем ее здесь же, где и замыкали все наши воздушные цепочки. Вот так. Теперь нам нужно провязать, что мы сейчас будем делать. Мы сейчас будем вязать с вами круговую вот такую цепочку из воздушных петель, которая будет смыкаться вот здесь вот в этих петельках, вот здесь вот. Вот здесь будем смыкать на перемычке вот этого веерка. То есть сейчас нам нужно будет провязывать 6 воздушных, 9 воздушных петель, 9, вот так вот тут смыкаем, снова 9 воздушных петель, тут смыкаем. И вот так до конца ряда. То есть здесь нам нужно с вами, нам сейчас соединительными петельками нужно будет подняться вот до сюда. То есть провязать получается тут 3 и тут 2. Итого 5 соединительных петель. Как вязать соединительные петельки, я показывала. То есть захватываем петлю и одеваем ее. Захватили. Провязали. Захватили. Провязали. Захватили. Провязали. В общем, вот нам нужно дойти до вот этой серединки. Вот так вот. Теперь сделаем здесь один столбик. Вот провязали один столбик. И делаем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 и 9 воздушных петель и замыкаем ее вот здесь посерединочке в один столбик. То есть делаем столбик, захватили 2 косички и провязали столбик. Далее продолжаем самостоятельно. Также 9 воздушных петель, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это легкий очень ряд. Главное здесь не торопиться и провязать все петельки, которые необходимо. Вяжем самостоятельно до конца нашего ряда. Встречаемся вот здесь. Итак, мы провязали с вами до конца. Вот так вот. И сейчас нам нужно вот здесь вот соединить в этом месте. Также соединительным столбиком. Вот так вот. И так как я эту салфеточку вяжу для своего ловца снов, да, в следующем мастер-классе у нас будет, я схему решила немножечко изменить. По нашей схеме, вот здесь вот на каждом сейчас столбике нужно провязать столбик с одним накидом, то есть по кругу. Должен быть столбик с одним накидом. Но я немножечко изменю и буду вязать сразу вот такие вот вееры. Вот здесь вот будут такие веера. Вот для этого нам сейчас необходимо быть очень внимательными. И вот что я сейчас сделаю. У нас с вами тут по 9, да? По 9 петелек мы их делим пополам, и получается в пятую петельку мы будем вязать наш веерок.
из чего же он будет складываться. Сейчас вот отсюда мы будем вывязывать 2 воздушные петли. Отсчитываем 5-ю воздушную петлю и в нее вяжем такой набор. 2 на 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли и в эту же 3 столбика с накидом. Дальше мы будем вязать 2 воздушные петли, соединим ее в этом месте. Итак, друзья, я распечатала цветную схему данной салфетки. И что хочу я объяснить, все никак у меня не получается. Вот я связала вот это место, вот оно, вот наша салфеточка, которую мы с вами связали. И вот эти вот 2 ряда, вот этот ряд и вот этот ряд, я их хочу пропустить, чтобы сейчас вот из этого места сразу шел вот этот веерок. Вот, как это сделать? Мне нужно просчитать просто петельки, чтобы это было симметрично. То есть вот этот веер, он идет вот на этом месте, получается. Вот здесь он будет, вот. Ну, в принципе, все. Сейчас только нужно будет подгадать петли, чтобы провязать вот этот вот элемент. Так. Вот этот вот элемент. То есть вот после веера идет 2 петли, 3, 5, 6, 7. 7 петель. А у нас получается на этом месте 8 петель. Ну, примерно, значит, нужно будет делать, потому что здесь у нас... А, нет, здесь у нас же по 9 петель. 9 плюс 9, 18. Ну, в принципе, тогда должно получиться. Вот, тогда приступаем. Так, что мы сейчас с вами делаем? Значит, мы сейчас делаем подъем из 3 петель. Вот это место мы сейчас с вами вяжем. Он предлагает, что нам сейчас нужно поднять 2 петли и дальше провязать 1, 2, 3 воздушных петли. Делаем 3 петли, 2 петли подъема. Я делаю 1, 2. Дальше я буду вязать, получается... В середину, здесь у нас 9 петель, отсчитываем 5, и в пятую мы будем вязать этот веер. Так, связали 2 петли подъема, а сейчас еще 2 петли, вот эти вот, 1, 2, 1, 2, сделали. Дальше, 1, 2, 3, 4, 5, вот в эту в пятую петлю я буду вязать веер. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Между ними 3 петли воздушные. 1, 2, 3. И в эту же петлю мы вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2. Вот мы связали наш веер, вот начало этого веера. Дальше нам нужно связать вот это вот место, вот черными петельками, вот эти петельки. Вот нам предлагают связать 2 воздушные петли и закрепить ее. Ну давайте сделаем так, значит нам нужно провязать в итоге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. 7 петель. И чтобы следующий наш веер пришелся вот на это место. Вот здесь вот у нас наш будет следующий веер. А значит я делаю 2 воздушные петли. Прикрепляю их вот сюда. 1, 2. От веера 2 петли. 1, 2. Соединительной петлей. Нет, не соединительной петлей. Столбик без накида. Столбик без накида. Так вот. Дальше делаем 3 петли, чтобы между ними было. 1, 2, 3. Арочка вот эта. Отсчитываем 2 петли снова. 1, 2. От этой арки. Столбик без накида вяжем. Вот так вот. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2. 2 воздушные петли. Вот это место мы вяжем с вами. Вот оно. Носик показывает. И в пятую петлю. Здесь получается 2. 2.
3, 4, 5. В пятую петлю мы вяжем снова такой веер. Столбик с накидом 3 раза. 2, 3. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И снова 3 столбика с накидом. Снова 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот мы связали с вами второй элемент. Смотрите, чтобы все было симметрично. Связали второй элемент. Дальше вяжем 2 воздушные петли. Скрепляем ее 1, 2 на второй от основного вязания. Вяжем столбик без накида. Провязываем 3 воздушные петли. Соединяем по второй петле. Второй петле. Вот так вот. Ну, чтобы она была у нас посерединке, вот эта вот арочка маленькая. Вот как здесь вот. Дальше вяжем 2 воздушные петли и повторяем все сначала. Точно так же мы сейчас отсчитываем, включая эти 2 петли. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем накид и провязываем 3 столбика с одним накидом. Встречаемся с вами в конце этого ряда. Надеюсь, у вас все получилось, все получится. 1, 2, 3. Вы справитесь, все подсчитаете. В принципе, вот я разобралась сейчас и провязала, и все теперь понятно, что куда идет этот ряд. А следующий ряд мы уже вяжем без изменений, потому что тут у нас уже будет все сделано, как нам нужно. Вот так вот получается. Встречаемся в конце нашего ряда. Итак, мы провязали с вами до конца. Вот что у нас получилось. Такая салфетка. И сейчас по схеме мы будем с вами вязать, получается, вот эти вот арки. С помощью соединительных петель я проберусь вот сюда, вот в начало. И отсюда, вот с этой арочки, вот схема, мы начинаем вязать столбик с одним накидом, воздушная петля. Столбик с одним накидом, воздушная петля. И таких арочек у нас будет, считая вместе с воздушными петлями подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Дальше воздушная петля, соединительная петля. То есть столбик с одним накидом в серединке. И снова воздушная петля, и идет повтор. Так, давайте приступим. Сейчас нам нужно провязать соединительные петли. Сейчас нам нужно провязать 9 столбиков с одним накидом. И между ними 1 воздушная петля. Начинаем вязать прямо вот над этой косичкой. То есть 3, до 3, 6, 7, 8, 9. Тут у нас 3 воздушные петли. Три петли подъема, 1, 2, 3, 1 воздушная петля между, и начинаем. 1, 2, воздушная петля, 3, воздушная петля, 1 петля. То есть в каждую провязываем по 1 столбику с накидом. И так вот у нас получился веерок. Посчитайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше по схеме нам нужно провязать после вот этих вот веерков мы провязываем 1 воздушную петлю. Дальше посерединке делаем соединительный. Посерединке делаем столбик без накида, воздушную петлю, и делаем повтор. Итак, 1 воздушная петля. В середину нитку, вот в эту вот арочку, вот она. В серединке мы делаем 1 столбик без накида.
воздушная петля и делаем воздушную петлю, мы сделали, и дальше мы делаем с вами красненьким. Далее мы начинаем вязать снова этот веерок, накид, и начинаем вязать столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля. Далее начинаем вязать, продолжаем вязать самостоятельно. Встретимся в конце нашего ряда и продолжим следующий заключительный с вами ряд. Так, друзья, надеюсь, вы справились с самостоятельным вязанием полного круга нашей салфеточки. Я уже сказала, что я немножко переделала схему, то есть я сократила вот от этой схемы вот этих два ряда и связала, получается, вот это и вот это. Сейчас по желанию можно провязать вот все, получается, петельки соединительной петлей, но это при желании, я этого делать не буду, потому что у меня эта салфетка для ловца снов. Сейчас я покажу ловец снов, ловцы снов, который я уже связала на заказ. Это третий уже ловец. И всем нравится очень именно вот эта вот серединка. Вот как сделать ловец снов с помощью такой салфетки. У меня будет мастер-класс на эту тему. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. И мы с вами не потеряемся. Сейчас покажу вам ловцы снов. А сейчас хочу продемонстрировать вам два ловца снов вот с этой замечательной серединкой. Это ловцы. Я плету ловцы на заказ. Также я люблю плести, чтобы ловцы были в наличии. И, как я уже сказала, очень полюбилась многим именно вот эта вот серединка. Вот этого ловца снов. Данный ловец снов сейчас находится в наличии. И мы видим, вот это как раз таки середина именно такая же, как мы с вами вязали. Только тут другие нитки, другой крючок. Далее, вот такой вот ловец. Тут тоже серединка. Вот она выполнена в этой же схеме. Но провязан тот ряд, который я пропустила в этот раз. И у нас вообще получилась, в принципе, одна и та же середина, но везде разная оконцовка этой схемы. Вот, поэтому фантазируйте, и у вас все получится. Это ловец в стиле боха. Такие тут вот перышки, ниточки. Очень красивые, интересные. Сейчас появятся тут две фотографии этих двух ловцов. Если вы хотите, вы можете их заказать. Все, всем пока и до новых встреч!